Я никогда не думала, что такой летний легкий салатик можно приготовить вместе с макарошками. И он получается очень вкусным и насыщенным. А готовится проще простого. В принципе, подойдут все ингредиенты, которые у вас лежат без дела в холодильнике. Поэтому погнали готовить такую вкусняшку. Для начала нам нужна будет отварить макарошки. Берите любые, которые у вас есть. У меня ракушки. Далее делаем основу к салату. У меня это шпинат. Можете взять айсберг, латук, либо руколу. Все взаимозаменяемо. Все это нарезаем и отправляем в тарелку. Далее берем два огурчика и нарезаем на квадратики. Не нравятся квадратики, делайте прямоугольники. Около 5 штучек небольшого редиса нарезаем на кругляши. Начинаем потихоньку формировать наш салатик. К основе выкладываем огурцы, далее редис, и я еще решила добавить консервированную кукурузу, но можно будет добавить обычную. Готовым макарошкам я добавила немножечко масла и точно так же выкладываем их в нашу тарелку. У меня был консервированный тунец, поэтому я решила добавить его, но можно заменить на яйцо, тоже будет очень вкусно. Для соуса нам понадобится 4 чайные ложки сметаны, 1 ложка зернистой горчицы, далее идет сок лайма, зеленушечка у меня кинза, петрушка и 1 чайная ложка домашней сметаны. Так, все перемешиваем и наш невероятно вкусный соус готов. Выкладываем его к салату и все хорошенечко перемешиваем. Это быстрое, вкусное и легкое блюдо готово. А я благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, там много всего интересного. Ставьте лайк и до скорых встреч. А также всем приятного аппетита!